на второй строчке в общем рейтинге. Однако Джейкобс в данном бою, по сути, в статусе претендента. Чемпионом мира является Головкин, обладатель трех поясов. Но, правда, титул IBF для Джейкобса не на кону, потому что Денни отказался проходить повторное взвешивание. Справа пытался поймать Геннадий. Есть! Попал. И первый нокдаун этого поединка. Было два попадания справа. А вот теперь посмотрим, из чего на самом деле сделал Даниэль Джейкобс. И что будет делать Головкин? Пытаться добить, броситься на соперника или будет аккуратно боксировать? Жесткий джеб Головкин наносит, практически прям как силовой удар. Еще одна комбинация, еще один почтальон теснит Головкин Джейкобса. Руки разводить Дэнни уж точно не стоит. Апперкот. Вот тот самый искомый апперкот, про который говорил Авель Санчес. Нельзя останавливаться Джейкобсу. Нельзя ни в коем случае. По туловищу Головкин. По печени пытается атаковать. Середина четвертого раунда. Джебом сверлит просто защиту Джейкобса Геннадий Головкин, готовя свой сокрушительный удар справа. Да это даже не сверлит, это отбойный молоток прям. Снова поджал. Набросил удары. Даниэль Джейкобс. Опасливо. Ну, уже один раз получил, да. Как-то нет желания нарываться на повторный такой удар. Может быть, Джейкобсу стоит так консервативно этот раунд провести, чтобы закончить его без еще одного нокдауна и перевести дух. Да, ну вот сейчас попытался взорваться комбинацией Даниэль Джейкобс. В перестрелке джебами Головкин лучше Джейкобса. При том, что руки у него короче. Безусловно, это тайминг, это чувство момента, чувство позиции, чувство дистанции. Вот в этих компонентах Головкин превосходит Дэнни. Причем заметно. А все это вместе образует бойцовский, боксерский интеллект. О, справа Головкин попал. Да, но не так плотно, как мог бы, тем не менее. Вот посмотрите ответ Джейкобса. Быстрые руки, но не такие мощные, конечно. Стойка левши. У Дэнни в тот момент была стойка левши. И в разрез справа двумя ударами. Здесь Дэнни пытался пройти в ноги, да. Проход в ноги сообразить. Да, правда, уже лежа на спине. Классика. Правши против левши. Сдвоенный удар справа.